Сергей Гущин из Москвы. 5 дней назад мы со своей женой приехали сюда в отпуск. Какие острова? Экзотические. Чтобы спасти наши отношения. Но все получилось наоборот. Гущин, ты чего? Приди в себя, Марина! Теперь вопрос стоит так. Либо я, либо она. Как «Чужой против хищника» смотрели? Хищника. Он выходит из убить. Я думаю... Про Серёжу. Там был дядя, его зовут Серёжа. И он похож на Диму Медведева. Влюблённые вампиры. Тётю, её зовут... Это Вера Брежнева. Это женщина. Она пьёт вино. Моя мама вообще не работает. Я сижу с ребенком, нянчусь. В фильме, наверное, проще играть. Наверное, в фильме хорошо там все такое, ну. Она певица. А ты прости мои глаза, а ты прости мои глаза. Хочу остаться с тобой. Стоя в массовке, на остановке, прохожих ищу я тебя. Люли, 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 люлия. Это мужчина, который говорил в передаче какой-то глупости. Он раньше был в КВН, там с газетами, как у нас было. Я его видел. Он снимается там где-то в уральских пельменях. Еще он разговаривал с телевизором. Плохие слова говорил. Не знаю. Может, ты блондинчик? Мы бы тогда там... строили корабль и поплыли бы в Москву. Ну, в песке можно, можно из песка там сделать какой-то домик. Большой, и туда можно зайти. Надо с собой просто 100 еды взять и 100 воды. Шашлык. А я пожарю костер до этого. Ну, там же нет еды. Мама, господи. Нет. Человек невкусный. Не человека нельзя скушать, потому что он твердый. Твердый. Меня когда мама кусала за нос, за щеку и попадала в дырку. Мне очень было больно. И я закрывался рукой. Если один человек съест другого, значит, одного человека не будет, и одна женщина только останется. Я бы пошла с Лерой. А я пошла бы с мамой и с папой. Я вот хотел с дядей попасть. Хочу с тетей. С тетей. А потому что она добрее. Это дядя красивый. Нет. Тетя красивая. Я бы с Верой Брежневой, потому что она красивая певица. Она бы меня бы защищала, как маленького малыша. Если бы дядьку бить тетку, может кто-то полицию вызвать? Нет. Ноу. Плохо. Да-да-да-да-да, очень плохо, да-да-да. Ноу. Yes. Ага. Значит, мужчину тоже женщину бить не могут, а женщину мужчину могут? Ага. Дыш. Дыш. Все, помоги. Мама не бьет моего папу. А папа ругает ее, потому что он говорит, почему ты не так одеваешься. Очень хороший. Он очень хороший. Нормально. Я вот
Вот такие фильмы не люблю. А я страшное ничего не люблю. И еще я не знаю, зачем «Ну погоди» запретили. «Ну погоди»? Да, его запретили вообще-то. Ой, я же говорил. Нет. Я не знаю. Только можно до 20, 21, 22, 23, и сейчас 30. Скажи еще до 100 тысяч лет можно. Ты чего? А вот ты хочешь, вот ты сказал так, вот и сходи в это время. Он тогда вот это, иди на диск выйдет, этот фильм.